Доброе утро. Мы снова вас приветствуем в комплексе Concorde Salam. Покажем наш завтрак. Здесь традиционный египетский завтрак. То, что египетский завтрак будет независимо от социального положения. Фалафель или тами – это из бобов. Очень похоже на наши пироны. Это молочная каша, пшеница с молоком. Достаточно ходовое блюдо. К нему подается корица, сахарная пудра, черный мед и халва. Пюре из бобов. Это тоже самое классическое блюдо на завтрак. Оно сервируется соусом для тунца, несколько видов масла и специй. Обязательно египетский хлеб и египетская выпечка на завтрак. Десерты достаточно традиционные для нас. Фруктовые салаты, живая курка, здесь делаются омлеты, яичница, все, что будет нужно. По желанию разные дополнительные. Традиционная овсяная каша. Здесь выпечка, у нас полностью весь процесс выпечки свой, мы все готовим на месте. Выпечка достаточно разнообразная, каждый найдет на свой вкус. Дальше будем смотреть и показывать. Сосиски, гренки, тушеная фасоль, если кто-то любит запеченные томаты и запеченный картофель. Это тоже вот овсяная каша, только с йогуртом и с обезжиренным молоком, вдруг кто-то на ней едет. Так что здесь представляем несколько видов йогуртов. А здесь уже традиционные овощи, нарезка колбасы, сырок. Гости найдут всегда, чем позавтракать. Так что вот так выглядит наш традиционный завтрак в отеле Concorde Salam. Всегда рады будем видеть вас.